А вот переполненность в школах Якутска и бесконечные очереди для поступления детей в первые классы должна решить электронная запись. Она появилась на портале государственных услуг. Ее цель – это систематизация сведений о будущих первоклассниках. Сегодня во Дворце детства была организована открытая площадка. Специалисты столичного управления образования ответили на все интересующие родителей вопросы и провели консультации по организации приема детей на следующий учебный год.